Бля, он поднимает просто настроение, пиздец. Кто придумал эту хуйню, я вообще не понимаю. Оскара ему можно, пожалуйста? Бля, еще проблема демонов, что демонов по факту очень много. Места на столе не хватает. Типа, что менять, в какой ситуации? Ты жонглера менять не можешь. Тебе приходится каких-то раскачанных демонов тоже менять. Это все, короче, как-то, блядь, звучит странно. Пока демонов не апнут, на них вообще не надо играть, даже если тебе их дают. На основе не хочу играть, я хочу, бля, без задержки постримить нормально. Рерол по-любому. Ну, нас устраивает, типа, только стенка, потому что все остальное мусор. Ну, что дадут, то дадут. Блять, в той игре байтили на мурлоках, на демонах, теперь на мурлоках. Я играю на NA, потому что я хочу без задержки, во-первых, поиграть. Во-вторых, систему не сделали такую, как она была. Она отличается от той. Словам Близамф, она не отличается, но я посмотрел стримы, и она отличается. ПТС раньше снимала меньше и давала больше. Они что-то все равно изменили, но не до конца, просто вернули старое. По факту система, ну, система чуть-чуть обновленная, под видом того, что они вернули. То есть это все хуйня. Как перестать бояться делать зубы? Там же заморозку кидают, да и все. Вкалывают тебе в десну заморозку и все. Бля, почему весь чат узнает длину своего члена? У вас что, линейки нету, блядь? Почему длину своего члена надо измерять в чате Твича, блядь, а не линейкой? Тебе послание от Петровны. Че там, блядь, Петровна ожила, зрители закончились или че? Кекве. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Вот это выбор. Бля, ну я бы, конечно, хотел либо волнолова, либо слияние 50 на 50, по факту. Окей. Заебись. Потому что я хочу оба существа забрать сейчас. Если одну из них пробафаем. Может быть, не стоило типа рандомить, но... Почему нет, блядь? Соседи, может, что делают? На кухне не падает, нет, на кухне не пахнет. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, блядь! Нихуя. Ну, все, что я могу сказать, что это ловушка мурлоков. Все, что я могу сказать. Просто это нереальный заход. Ну, типа, здесь, конечно, варлидера не хватает, но... Следующие три хода мы себе гарантировали. Как будто делают какое-то блюдо под названием «Жареная картошка». Покиш, привет, поздравь Никиту Нестеренко из Нижнего Новгорода с днем рождения, поставь песенку. Кого, блядь? Поздравь Никиту Нестеренко. Поздравляю Никиту Нестеренко из Нижнего Новгорода с днем рождения. Здравия, здравия, удачи, благо, радости. Здоровья главное, ебать, что я тут говорю. Вот так. Ебать, конечно, из меня поздравитель какой-то опущенный вообще. Я думаю, что это рерол и обилка. Либо, если чё, сел Мурлока. Ну, типа, я из этого ничего не хочу брать. Бля, если я сейчас обилку нажму и заберу этого Мурлока, я обосрусь просто нереально. А мне похуй, я делаю это. Хорошо. На следующий ход чухлана с этим чухланом продадим, поставим Марлока, найдем Багурла, и мы себя в комфорте чувствуем. От Рафлана играем, чтобы он забрал себе вообще самое опущенное существо. Сюда, блядь. Сюда опущенное существо. Но он тут, бля, у него крыса 7-4, он вообще всех продал, или что, блядь? 3-3, типа, понятно. Пизда, блядь. Ебать, хайрольщик ебаный, типа, крыса 7-4 с вожаком. Просто гандон. Ну чё, багургла ищем, как? Ну, по-любому багургла ищем, багургла. Либо брана просто. Либо багургл, либо бран нас устраивает, райт. Ну чё, багургал? Король багургал! А вас ебать не должно, как я это сделал, поняли, блядь? Это зов, это был зов. Это как адаптация, это как и... Так же и король багургал! Потому что это я, блядь. Чувствуем себя в комфорте. Вообще в Т5 надо на следующий ход выйти и... Найти багурглов раньше всех. Но это вообще без шансов, бля, у него такой слабый стол. Не, это вообще без шансов. Пиздец, на самом деле на бране такой слабый стол иметь, это, ну, вопрос, почему? То есть мы сейчас сделаем вот это вот говно, продадим вот этого говнаря, сделаем обилку и возьмем волнолова, чтобы сделать даплит, правильно? Мне нравится.
Но кому-то не нравится, понял. Ну ладно. Бля, я не хочу, наверное, волнолова оставлять для даплита, или хочу? Хочу, может быть, заморозить, на следующий ход взять его и сделать левел ап, чтобы потом выходить. Ну, короче, надо в 5 левел выходить раньше всех, чтобы Агурду найти еще. Но у нас уже, типа, на победу плей. У нас, скорее всего, топ-1 здесь будет. Если только у чела на Нефариане не будет нашей сборки на уровне, типа вот... Если у Нефариана, короче, не будет такого, что у нас, при этом он доживет до лейта. Ну, скорее всего, он доживет, если у него такой же спал, как у меня. Короче, мы можем здесь занять только топ-2, только не против Нефариана. Все, если нас выебет Нефариан, то мы как бы только против него можем занять топ-2. А, Сильвана, блядь, опущенная. Ну, иди сюда, блин. Да. Да. Бля, магнетизм варлидера и здесь варлидера. Такого не бывает. Он бывает. Я в такое не верю. Одновременно он у меня убивает, типа, варлидера, и я у него одновременно убиваю варлидера. Такого не бывает. Ну чё, это Мурлок плюс левелап? Вообще даже, ну, можно не обдумывать тут, что делать. Можно бомбу продать, но бомба так, на рубль просто стоит. О чем я и говорил, собрал Мурлоков, выиграл, не собрал, проиграл. Типа, ну... Прикол в том, что вот так вот заходит, как мне зашло сейчас, раз в 10 игр. Ну, как бы я понимаю, что можно захайролить вот так и выиграть, да. С какой-то точки зрения ты прав. Как и в прошлой мете, когда ты захайролил себе 3-4 вида мобов и поставил солянку на 8-10 ход. То же самое было. Ты поставил и просто АФК ушел, выиграл. Как бы тут тоже можно захайролить, но это не отменяет того, что нужно хорошо играть, типа, до того, как ты найдешь эту комбу. Типа... В чем прикол был? Я почему говорю, почему был самая тяжелая колода за 3 года, почему был Дрожжеглот? Да, эта колода не выигрывалась ничем. Да, она была самой сильной, да, она вообще ебала все и не было ей контры. Но это не отменяло тот факт, что до этой комбы, которая делает все вышеперечисленное, нужно было хорошо отыграть. Если ты хорошо не отыграешь, этого всего не будет. Так же и здесь. Типа, есть имбо-страты, но до этих имбо-страт нужно а. доиграть, б. хорошо доиграть, с. блять, дожить. Поняли? А чтобы С пункт выполнить, нужно выполнить первых 2, блядь. Ну, все просто, ну. Просто, как бы, все имбо-страты, они не отменяют того факта, что нужно хорошо играть на них. Вот и все, что я хочу сказать. Че пофиксили музыку? Че вы заебали, блядь? Эльта будет много. Типа, есть просто сильные стратегии, никто их не спорит, есть имба нечестные и так далее. Но просто до них нужно доиграть. Либо захайролить, что бывает редко, реально редко, либо хорошо сыграть. А хорошо сыграть могут, как показывает практика, не все. Вот. Ну, Нефариану тут лютая пизда. Надеюсь, что мы его... Вообще, почему бабушка Жуса стоит 3 звезды? Почему Бука Монстр стоит 5 звезд? Это настолько ущербные карты, что их вообще надо, я не знаю, ребалансить. Бука Монстр должен стоить 4 звезды, и бабушка Джуса должна стоить... Бля, ну 2 звезды она слишком сильная будет. Хрен его знает. Что с ней, кстати, вообще делать? Можно вообще из игры удалить ее. Вообще, я думаю, что у нас типа 3 даплита, на следующий ход по-любому что-то найдем, поэтому лучше варлидера взять, чем хп, правильно? Это логичнее просто. Просто логичнее, я бы сказал. Сильное усиление при этом еще. Что, билку Сильваны делает? Одного моба уничтожает, и от Джастин Минион получает +1/+1, типа, слева и справа. Не, типа, хп было круто, но атака усиляет сильнее, во-первых. Во-вторых, этот даплет один из трех. Один из трех найти на следующий ход на пятой таверне крайне высока вероятность! Нихуя себе! Ну нормально, демоны прокачались, пиздец. Еще и трейды такие классные. Ебать, мертвый демон. Да. Есть, блять, это ничья. А, подожди, я даже выиграл. Вау. Вот паладин на демонах — это самый лучший герой для демонов, просто потому что он может демонам накидать бабл. Как бы у демонов проблема с баблом. Ну, из этого мы даплет уже не соберем. И нахуй. Сюда, король Багургал. Бля, нам таун тоже хочется взять, да? По-любому хочется. Что-то бородовать сейчас будем. Я Багургл, я король, уважать меня изволь. Пусть играю как говно, вас ебать-то не должно. Прикольно. Димас Гачибас. Трахардим гордость Орды, спасибо большое. Гордость Орды и тут. Гон на ютубе обзор карт на все классы. Уже был. Он уже имеется.
Ну, слышите, псевдо усилился, на самом деле можем проиграть, да? Бля, ну с такими трейдами, блядь. Мы проиграли ему. Блядь, еще и Багургал выжил. Ебать, он мне сейчас пропишет ногу урона. Почему делает таунт ошибка? Потому что ты потенциально хочешь брать на Мурла, когда заратал 1-1 клешни, чтобы вылезали. А они будут вылезать помимо таунта, и клешни берутся для того, чтобы сбивать баблы противнику, если тот тоже играет на Мурлоках. А если у тебя все таунты, значит, ты априори не можешь реализовать эти дозрательки, и значит, ты, короче, в минусе. Плюс любые кливы сбивают бабл троим Мурлокам минимум. Ну, минимум двоим, так, скорее всего, троим. А так сбивают, ну, двум, потому что ты можешь сыграть от таунта. Вот. Могучую ты собираешь армию? Это моя армия, да. Кто меня еще любит без яда, блять? Этого с ядом нет смысла делать он таунт, но этому кинем просто, чтобы был как все. Это самое что интересное, все это говно еще без брана. Под браном это вообще было бы сломанная тема. Я не знаю, может опать. Где обзор нейтральных карт, на ютубе нет видосов только по классам. Ну, еще не выложил, Диаболик. Попозже будет. Диаболик, когда будет видос по нейтральным картам? Не понял. Ты что, развел челов, что ли? Развел работяг на видос по нейтральным картам? В смысле офой, блядь? Какой офой? Сказали бы, Стас, красава, тебе повезло, блядь. Давай, типа, в таком же духе. Нет, ебать, офать пишут. Офать. Вам нахуй не пойти бы. Ну, он офает. Это он пусть офает. Он тут never win. Блядь, так больно на это смотреть. Типа, на самом деле, у чела псевдо шансы были бы, если бы у него был ревендер Т2 волк на оверстаты. Вот эти токены разбивали бы, снимали баблы, и мы как-то могли бы здесь, типа, проиграть, потому что у него была обмамка, которая, типа, бафала все эти токены. Короче, не знаю. В теории можно было проиграть, если просто у него стак был сильнее, но у него стак слабый по отношению к нашему. Один. Багурглу не оставил, зачем он нужен? Типа, 6 мурлоков на забаф, один слот для забафа, 6, зачем? Чё думаешь, что необходимо сделать, чтобы мурлоки перестали доминировать в этом режиме? Вот этого мурлока вернуть на 3 звезды просто. Потому что этот мурлок дает возможность выйти в Т5 таверну на мурлоках, вот в чем проблема, то есть...